демонстрирую аккордеон Вельтмейстер S5. Он умеет выборную, готов выборную систему от Ясной Поляны. И имеет то есть цельнопланочный бас, ломаную деку с правой стороны. Вот. Также обратите внимание, что слева такой мягенький ремень. Железный рычажочек, который практически не ломается. Регулировки ремня. Вот, в принципе, состояние инструмента достойное. Имеет 4 подбородных регистра. Вот сейчас послушаем, как он звучит. Бас очень мощный. И с правой стороны, то все работают. Регистр. Регистры все работают. Также подбородные регистры тоже работают. Все 4 подбородных регистра. Послушай, как он звучит. Очень глубокий, еще раз повторю, компрессия инструмента очень плотная, то есть вообще не пропускает. Вот такой инструмент.